Всем привет! Сейчас покажу, как ускорить работу браузера, в моем случае браузер Chrome, на Android-устройстве. Есть одна замечательная настройка в браузере Chrome, включив которую вы ускорите загрузку веб-страниц, и они будут открываться гораздо быстрее, так как этот браузер может заранее загружать какие-то ресурсы и веб-страницы, которые вы часто посещаете, и это позволяет неплохо сэкономить время. Ну а перед началом попрошу тебя поставить лайк и подпишись, а также не забывай про мой Telegram, где есть много всего интересного. Ссылочка в описании. Ну, перейдем же от слов к делу. Открываем браузер. Я, как говорил, буду показывать на примере Chrome. Вверху нажимаем на три точки, настройки. Тут нужно выбрать такой пункт «Конфиденциальность и безопасность» и активировать вот эту вот настроечку. Разрешить предзагрузку страниц для повышения скорости работы браузера и поиска. Активируем. После этого, как я и говорил, скорость загрузки страниц, открытие вкладок, работы в общем с браузером станет быстрее и удобнее. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, а также делись данным видео. Всем пока!